Число пострадавших во время взрыва на Балаковском маслозаводе увеличилось до 11 человек. Напомню, ЧП произошло 26 августа. Взрыв прогремел на территории одного из цехов предприятия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Первая версия произошедшего в сюжете нашей программы. Я на крышу залазил, там нормально, стекол вообще практически целых нет. У меня штукатурка даже обсыпалась, но ворота открылись от взрывной волны. Страшный взрыв потряс не только Балаковский завод, но и весь город. ЧП на предприятии уже начали расследовать. По предварительной версии, в цехе собирались монтировать распылители. Но в результате работ произошло возгорание, и в герметичной емкости прогремел взрыв. Оператор пульта управления погиб на месте. Еще 11 человек пострадали. По версии следствия, на заводе нарушили требования охраны труда. По версии следствия, причинами гибели и травмирования работников предприятия явилось нарушение требований охраны труда, допущенное ответственными за их соблюдение. Вместе с тем, следователями в рамках расследуемого уголовного дела, которое возбуждено по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут отработаны все возможные версии произошедшего. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, следователи допрашивают очевидцев случившегося и работников завода, изъяты сварочные аппараты, а также правоустанавливающие и технические документация. Пострадавших могло быть еще больше, но в начале месяца предприятие временно закрыли, не было сырья. В руководстве завода обещают, семье погибшего и пострадавшим выплатят компенсацию. Также постараются в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва, чтобы приступить к работе. Основной цех пострадал, цех экстракции, пострадали ограждающие конструкции. Вот, несущая конструкция, каркас, в принципе, остался целым. Частично оборудование, сам экстрактор, естественно, пострадал, а оборудование, оставшееся в цеху, осталось не пострадавшим. Пострадавших при взрыве госпитализировали в Балаковские больницы. До сих пор в реанимации в тяжелом состоянии остаются несколько человек. В Балаково направили специалистов из Саратова. Двое пациентов поступило в крайне тяжелом состоянии, 4 пациента тяжелым, остальные были средней степени тяжести, либо удовлетворительные. То есть на сегодняшний день 4 пациентов остается в тяжелом состоянии, у остальных положительная динамика. С родственниками пострадавших работает психолог, а следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП. По факту гибели сотрудника и травмирования людей на заводе возбуждено уголовное дело. Эллада Абжалимова, Елена Петрова, Роман Шельдяев, РЕН-ТВ, Саратов.